Итак, я прошу прощения, в прошлый раз мы были вынуждены прервать наш репортаж по причине того, что по причине нехватки места на записывающем устройстве. Тем не менее, с тех пор кое-что да поменялось. Например, на столе появился рис, вареный рис, и это уже скрашивает ужин бедняка-москвича. Не знаю, одно ли это и то же. Иногда это одно и то же, иногда это просто антонимы. В данном случае я хочу обратить ваше внимание на то, что человек, который готовил этот ужин, обеспокоен правильным питанием, вопросами правильного питания. Это одна из основных причин выбора блюд на этот ужин. Итак, поглядите, соевый соус снова пошел. Вот такой простяцкий рисовый гарнир. И несколько пересоленый. Вот он наш салат, за приготовлением которого вы могли наблюдать. Собственно, одна зелень, много зелени, яркие помидоры, семечки. Пожалуй, все. В этот момент вы уже могли бы пожелать мне приятного аппетита, и я была бы вам за это искренне признательна. Но подниму вот этот же бокал, стакан, который, кажется, смят, буквально смят. Потому что и так я его сжимаю, по той простой причине, что в нем не вино, а обычная кипяченая вода, вернее, дистиллированная вода. Этим вечером человек, который снимал для вас эту передачу, не выпивает достаточно вчерашнего вечера. Сегодня он, то есть я просто думаю о тебе с улыбкой, радуюсь нашему пониманию. Радость нашей нежности.